Так, новости. Ну, на Филиппинах у нас все чудесно и прекрасно, как обычно. Филиппины просто вот образец активности участников руководителей. К сожалению, мы что-то задержались в этот раз с отчетом, поэтому я не могу конкретику посмотреть там, что именно за эту неделю, сколько там офисов открылось, каких конкретно руководителей поощрить, но ничего страшного, в следующий раз тогда продиктую. Но в целом я общаюсь постоянно с руководителями, так что я в курсе всей ситуации, ситуация прекрасная. Все развивается очень бурно. Это, конечно, результат, прежде всего, активности руководителей участников. Так держать и дальше также активно развивать систему, нести идеи в массы, рассказывать о ней людям, и все будет еще лучше и дальше. Так что вот на этой радужной ноте можно и закончить сегодня. Новостей особых нет, повторяю. Когда проблемы какие-то, вот это и есть новости. А если проблем нет, то и новостей нет. Ладно, тогда до следующего раза. А еще я считаю, что финансовый апокалипсис неизбежен. Мы можем многое.